Приветствую, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я продолжаю серию выпусков о самых легких карточных фокусах, которые сможет повторить абсолютно любой человек с абсолютно любой колодой карт. Итак, давайте для начала я колоду перетасую. И теперь я буду пролистывать. Вы, уважаемый зритель, в любой момент меня остановите, просто скажите «стоп». Поехали. «Стоп», к примеру, сказали вы здесь. Запомните эту карту, эта карта будет вашей. Запомнили? Окей, убираем это все дело. Убираем, подравниваем и подснимаем. Итак, подсняли. Теперь, уважаемый зритель, я попрошу вас назвать ваше имя. Но только не говорите, что вас зовут Хосе Луиса де Альбертес, это будет очень сложно. Давайте какое-нибудь простое русское имя. К примеру, вас зовут Николай. Николай, хорошо. На каждую букву вашего имени я выложу на стол по одной карте. Поехали. Н, И, К, О, Л, А, И. Николай. Теперь на каждую последнюю букву я буду отсчитывать по одной карте, и последнюю карту, последнюю букву я буду каждый раз убирать. Поехали. Н, И, К, О, Л, А, И. Убрали. Н, И, К, О, Л, А, И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Какая была ваша карта, уважаемый зритель? Ваша была какая? Дама черви. Все верно. Остается ваша дама черви. Итак, друзья, как я упоминал уже ранее, фокус этот элементарный, повторит абсолютно любой человек с первого раза, как только узнает секрет. Итак, друзья, значит, вы берете колоду карт, абсолютно любую, можно 36, можно 32, какая у вас есть. Тасуем карты. Далее, после чего, абсолютно нормально тасуем, ничего не подтасовываем, ничего не делаем. Далее, начинаем пролистывать колоду вот таким вот образом, зритель в любой момент вас останавливает, к примеру, сказал стоп здесь. Вы даете, запомните ему эту карту. Валет черви, то есть показываете этого валета ему, да, валет черви. Теперь ваша задача этого валета вывести наверх, сделать его вторым. То есть как это можно сделать? Как я показал в фокусе, да, то есть без использования всяких инжогов и так далее. То есть показываем валета. Далее, я, когда начинаю убирать эти карты, я на вот этого валета кладу вот эту следующую карту, даму, да. Кладу даму, потом подготавливаю мизинчик вот так вот для брейка, и на этот мизинчик уже остальные карты вот так вот кладу. То есть у меня такой вот зазорчик здесь остается, да? То есть вот таким вот образом. Далее я подснимаю сверху вот эти карты, говорю, подснимем, раз, два, три, четыре, пять, и последние карты вот эти с зазора кладу наверх. Таким образом у меня верхняя карта дама, вторая карта валет червей. Как раз карта зрителя. Теперь нам необходимо спросить имя зрителя. К примеру, зрителя, как в фокусе, звать не Николай. Мы выкладываем на стол по одной карте на каждую его букву. Прям так и выкладываем. Не, И, К, О, Л, А, И. Николай. Теперь ваша задача посчитать количество букв, да, количество карт. То есть Николай. Вам не обязательно знать число, вам нужно знать лишь четное это количество или нечетное. Так вот, если количество карт четное, то отсчет мы начинаем слева направо. И если количество карт нечетное, как вот сейчас в примере, да, 7 их у меня, то я начинаю отсчет справа налево. У меня сейчас нечетное количество карт, поэтому я начинаю отсчитывать справа налево. Итак, поехали. Николай, да? Не, И, К, О, Л, А, И. То есть карта зрителя у меня сейчас лежит вот здесь, да, вторая. Убрали. Опять слева направо. Не, И, К, О, Л, А, И. На эту выпало. Убрали. Опять с этого края начинаем. Все время начинаем с этого края. Не, И, К, О, Л, А, И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. Н-И-К-О-Л-А-И. Убрали. И остается карта зрителя. Это был нечетный пример. Все то же самое, если, к примеру, четный. Например, человека зовут Иван, да? К примеру, И-Ван. И-Ван, 4 буквы. То есть карта зрителя, ну, к примеру, она у нас... Вот валет был, да, то есть вот я, он опять также выпадает вторым.
Мы, когда четное количество карт, считаем отсюда. То есть ИВАН. То есть ИВАН. Убрали. ИВАН. Убрали. ИВАН. Убрали. Все время будет выпадать так, что будет оставаться лежать именно карта зрителя. Ну что ж, друзья, вот этот простой фокус. Пользуйтесь, удивляйте ваших друзей, любимых, близких. А на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!